Что за черт? Что это? Где я? Это Акра? И Альтаир? Какого черта? Я даже не вонюсь. Наверное, я отрубился. И мне снится какой-то кошмар. Я уже бог знает, сколько не спал. Так что неудивительно. Похоже, вот его цель. Это же та женщина Изак. Как же ее звали? Ах, да, Мария. Интересно, что им от нее нужно? Ого, такого я не ожидал. Минутку. Почему я не слежу за Альтаир? Почему я здесь с Марией? О, черт. Это же значит... Ну и странный же сон. Я не хотела врываться, но уже поздно, и мы... Эй, ты в порядке? Да, все нормально. Дурной сон, вот и все. Ладно. Давай, готовься. Встретимся. А, хорошо, что ты к нам зашел. Извини, долгая ночь. Вот это я понимаю, настоящий профи. Оставь его в покое. Что ж, прошу прощения, но я тут поработать пытаюсь. Безумие, да? Шон! Прошу тебя, хватит. Как скажешь. Эй. А, привет. Ты в порядке? Да, я в порядке. Все в порядке. Точно? Вчера мы потеряли две группы. Восьмерых наших.
Больше нет. Мне жаль. Я уже не знаю, что делать. Чем дальше, тем хуже. Эй, только не отчаивайся. Ты же сама меня этому учила, верно? Смотри, мы-то здесь в безопасности. Надолго ли? А когда они найдут нас? Тогда что? Когда это случится? Если это случится, тогда и посмотрим. Я не дам тебя в обиду. Ладно. Истерика закончилась. Будем работать дальше. Тебя это тоже касается. Я в порядке, честное слово.